наша Юля. На Маша Машуня. Кто забыл подписаться на наш канал, быстро подписывайтесь. Ставьте лайки. Мы очень давно хотели шопкинсы. И сегодня нам их подарили. Это шопкинсы 4-го сезона. Нам не терпится их распаковать. Давай распаковывать. Давай! Интересно, что же нам попадется? Матамана. Что ты творишь? Давай я открою. Тебе попробую. Вот. Снимай пленочку. Иди, что я открыла. Ох, интересно, что же там попадется. Ай, как ты это сделал? О, пленка снимается. Ух ты ж, блин. Ух ты, тут пакетики. Сюрприз. Это мой. И у меня такая же анкетка. И шопки. Ничего себе. Ладно, потом посмотрим. Вот. Так, я очень хочу пакетики смотреть. Ой, я уже глазки вижу. Глазки. Да. Я очень хочу. Дай мне, пожалуйста. Ты один пакетик распаковала? Нет. Ой, там я уже вижу зелененькое что-то. Все, можешь это. Это желе. Это какой-то пудинг. Надо посмотреть. Кого? Сезон. Какое красивое, посмотрите. Ух ты, мороженое такое хорошенькое. Я посмотрю в анкетке. Открывай следующее. Да, я посмотрю. Потом найдем. Ладно. Смотрите, какой кексик. Оно, смотри, вот оно. Это мое. Да, это мое. Юля, открывай свое. Юля, свое открывай. Круто, какие они хорошие. Что это там такое маленькое? Да не порежь, это маленькое. О. Ой. А что это? Это лопата. Смотри, какое колесо. Будете вместе играть. А ящички что вы убрали? В ящичке вот сюда можешь положить. Где мой? Как красиво. Мне понравилось. И мне. У меня лопаточка-копалочка и мозель желе. Это мороженое малыш, а это пирожное приветик. А сейчас мы вам покажем, какие новогодние киндеры нам попали. Это тут, наверное, надевается где-то. Надо посмотреть. А у Юли из этой же коллекции. Да. У Юли из этой же коллекции. Ну, какой колесенький. Так, не стопся. Вот такие шопкинсы и киндеры нам попались. Пока! Пока!